К другим темам. Неисправности печных труб и электропроводки – самые частые причины пожаров в частном секторе. Социально незащищенным семьям мэрия Новосибирска помогает отремонтировать старые печи и проводку. Что нужно, чтобы получить помощь, узнала Екатерина Макаркина. Притопочный лист должен быть свободный, никаких горючих материалов не должно быть. И здесь, где дрова лежат, от печки нужно все это убрать. Правилам пожарной безопасности жителей частных домов учат специалисты. Заодно проверяют исправность печи и состояние проводки. Поэтому провода однозначно не надо, чтобы на них не вешалки. Потому что здесь вообще все это менять надо. В этом доме старые провода висят повсюду. Хозяйка говорит, были и замыкания. Тогда просто отключилось электричество, пронесло. В другой раз может начаться пожар. Именно из-за неисправной проводки трагедии часто происходят в частном секторе. Где-то нарушение изоляции электропроводки, где-то электроприборы, розетки, выключатели уже неисправные, сломанные. Электропроводка подсоединена в нарушение требований пожарной безопасности, нарушение правил устройства электрооборудования. Поэтому визуально это видно, может привести к короткому замыканию. Тем, кто не в состоянии оплатить дорогостоящий ремонт, город поможет. На замену проводки выделят субсидию, работу выполнят профессионалы. Чтобы помощь получить, нужно собрать небольшой пакет документов. У него на руках должны быть правоустанавливающие документы на свой жилой дом. Ну, это свидетельство о праве собственности. Это первое условие. Второе условие – собственник должен быть прописан в этом доме. Если по какой-то причине с документами непорядок, отчаиваться не стоит. В администрации района помогут и с этим. Главное – обратиться. Эти семьи в любом случае помощь будет оказана. Либо по трудной жизненной ситуации, то есть особенно социально неблагополучные семьи, особенно семьям с детьми. То есть у нас семья ни одна не остается без поддержки. В прошлом году в Новосибирске заменить проводку и печное оборудование помогли более 40 семьям. Екатерина Макаркина, Евгений Макаров, Новосибирские новости. Спасибо за то, что смотрите «Новосибирские новости». Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра!